Я вот что думаю, девочки и мальчики, может быть, традиционно сделать, начинать влоги с кофе. Прям как раз у меня наступает такой перерыв, когда кофе сажусь пить. И уже снимать, что-то уже рассказывать. Все, все, молочко. Сюда. Но доставку сегодня... Доставку уже делала, девочки, сейчас покажу. Доставку уже делала. Сегодня у меня вообще другие продукты. Сейчас я вам много чего покажу. Сегодня есть много чем поделиться. Сейчас сначала кофейка хлебну. Видите, да, в чем я надета? Сейчас я вам полностью покажу наряд. Кстати, вот этот наряд, если что, 66 размера. Да вот как хотите, 66. А больше не было, потому что я когда покупала, вообще это было куплено для съемки в качестве реквизита. Думаю, чего же я ее не ношу, то она нормальная футболка. Ладно, смотрите, у меня что сегодня. У меня есть морковный сок. Смотрите, обожаю морковный сок. Не знаю, ну не сок он, конечно. Написан нектар с морковью. А главное, вы знаете, что написано? Изначально морковь была фиолетового, была фиолетовой или желтой. Оранжевая морковь появилась в 16 веке в ходе экспериментов голландских селекционеров. Вот так вот. А мы все время думали, что морковь оранжевая. Арбуз на 7300. Сказала. Не знаю, хороший, нехороший, надо будет открыть. И еще знаете, что заказала? Вот, девочки, все-таки я не понимаю, почему. Ну вот, голубика. Здесь называется голубика. Помните, я еще в Испании показывала, когда я ее ела. Мы все спорили, что там она называется черника. Черника, аранданос, так и написано. Аранданос переводится как черника. Понимаете? А здесь голубика. Почему-то на ценнике написано. Ну, та же самая черника. Я 3 ягодки попробовала. Это еще не надо помыть. Сейчас еще хочу полопать. Стоит 150 с чем-то за 200 грамм. Короче, на 300 рублей 400 грамм. Нет, на 330, что ли. Короче, 450 грамм мне здесь насыпали. Она такая рассыпная, не в этом, не в баночках, а рассыпная. Слушайте, но все равно за 200 грамм черники, да? Вообще халява получается. В Испании она стоит где-то... Я вот сейчас не помню. Прям вот точно-точно. Но, девчонки, может, кто есть из Испании, подскажут. У меня брови-то все разметались. Она в Испании стоит за баночку. В баночке, наверное, грамм 150. Может быть, 200. Не помню, вот честно. И она стоит... Что-то около 3 евро. То ли 3,50, то ли даже, может, 4,50. Нет. Где-то около в районе 3 евро. Не помню. Может быть, девчонки подскажут. Лиля, если смотрит, может быть, она скажет. Танюха сейчас не может ничего сказать. Надо за нее это. Она наконец-то дождалась Танюха операции. Ну ладно, это она потом сама все расскажет. Это которая Татьяна, канал понемногу обо всем. Жизнь в Испании. Не, вот это не реклама, это ну как, ну, это рекомендация моя. У нее, она сейчас будет все вещать прям про Испанию. Я ей делегировала свои права. Да не, на самом деле у нее свой канал давно уже. Это я говорю, ну там за меня расскажи, пока я тут страдаю. А, в этот, вот еще что, щербет вот этот вкусный. Вспомнила. Думала сейчас, что бы сладенького еще взять. И не увидела продающего. Ой, фу, как мерзко прилепился. А, сейчас я вам, девчонки, еще скажу, какую гадость есть не надо. Бывают вот все-таки продукты хорошие, а бывают какахи-какахи. Так. Щербет, он раньше продавался с этим, в таких, в колбасках он был просто щербет, был с орешками, видите, вот этот. Вот этот с орешками, классный. И он недорогой, что-то 50 с чем-то рублей стоит. А здесь... Не знаю, сколько грамм. Да, 200 грамм. Короче, кусочек съел, весь день свободен. Он такой хоп. Как пластилин, вот так хоп, ломается. Вот кусочек съел, все. Хватает на чашку кофе. Сейчас кофе выпью. Покажу мой наряд и какашку. А еще сегодня... Наверное, я хотела этот диван передвинуть. Если получится. В другое место. Сейчас посмотрим. Ну что, давайте я вам пока все хватит пить.
покажу свой наряд. Девочки, есть что? Свет-то у меня включен, а как будто и не включен на это. Посмотрите, вот с этими спортивками очень даже хорошо. Я их спортивки-то с другой футболкой надеваю. Тут думаю, дай-ка с этой. Попробуем. Мне кажется, пока отойду. Очень даже, ну-кай, очень даже и неплохо, да? Смотрите. Хоп. Такая. Девица, красавица. Почему бы и нет? Вот смотрите, правда, вот 66 размер. Нигде ничего не жмет. Нигде. Ну, на пузе обтянул фланг, на пузе у меня все обтягивается. Но здесь, смотрите, вот, все нормально. Ну-ка я сейчас сзади посмотрю там. Все нормально. В груди ничего не жмет. В груди свободно. То есть получается, она не такая уж тянучая, она не как трикотажная футболка. Она такая, знаете, как хлопковая рубашка больше, скажем так. Правда, рукавчики немножко длинненькие. Вот такие. Рост не мой. Ну да ладно, их же можно так подвернуть. И даже незаметно. То есть я ее один разочек надела тогда вот на съемку. И все. На 5 минут буквально и лежит она у меня, думаю, в ней же, наверное. Ходить можно. Ну что, смотри. А еще особенно, если вот так. С полосочкой все сочетается. Все сочетается. Бликует, нет? Не вижу. Вообще полосатые вещи, вообще в какую-нибудь крапинку, там это лучше не надевать на съемке, потому что они начинают это рябить. Но тут полоска крупная, да. Так, девчонки, сейчас покажу вам какашку. Короче, я же вам говорил, вчера распаковку делала, купила вот эту вот штуку, чтобы приготовить завтрак. Блин, я открыл этот пакет. Просто. Там просто такой аромат. Где он тут? Какого-то я там отщипнула чуть-чуть. Вот. Кусок отщипнула. Он не то чтобы сыром пахнет, да? А какой-то гадостью воняет. Причем выглядит это как-то все, знаете, как полиэтилен. Не знаю, может его, конечно, пожарить надо. Но вкус у него прям вот мерзкий. Вот на что уж я любитель сыра, да, вот это вот прям мерзкий такой запах. Короче, идея была такая, что вот это поджарить, сюда, значит, яйцо, еще сыром посыпать пармезаном, и, значит, сделать такую себе лепешечку и вместо хлебка. Я вам хочу сказать, вот такую хрень с сыром не покупайте никогда. Она еще стоит там что-то 120 рублей. Я не знаю, как без сыра просто лаваш. Просто лаваш, наверное, он лучше, чем вот эта вот сырная хрень. Вот это. Месье. Или месье. Или месье, как он. Короче, ужас. Не надо это есть никому. Такую гадость. Вот. Ну что, пойдем, что ли? По-моему, чернику хотел. Надо. Надо помыть черники. Или не надо уже. Ой, сейчас куда бы еще переложить? Так. Так. Да я сразу все помою, потому что, ну, я же не одна буду есть. Так. Кстати, гнилых, это я в магните, гнилых ягодок нет совсем. Если что. Я ее так тряханула немножко. Совсем нету. Вот листик попал. Арбуз еще не знаю, сейчас проверим, хороший или нет. Так. И так. Красота и лепота. Ну что-то не вот этот. Что мне какой-то короткий штатив. Ну-ка. Ну вот, ты знаете, может это правда какие-то разные ягоды. Потому что вот у этих и вкус какой-то немножко другой. Ну как будто. А нет, вот блин, гнилинка попалась. Ну как будто шампунь напоминает.
А там я делаю прям сладкие. Ну, все равно вкусные. Красота. А что я ее раньше не ел? Я вообще в прошлом году только есть начал. Ладно. Как семечки, блин. Это пипец, как вкусно. Пойду двигать диван. Кстати, вчера поговорили с хозяином этой квартиры. Ну, я говорю, как ты насчет того, чтобы стены вот эти покрасить? В зале. Ну, в комнате. Он говорит, какой цвет? Ну, говорю, какой светлый, серый там. Сейчас говорю, модные серые цвета. Карась. Видимо, ему принципиально, чтобы у них какой-нибудь не розовый. А. Все, хватит. Пошли мебель переставлять. Короче, девочки, вот такая красивая. Я сейчас и буду двигать диван. Заодно спортивные упражнения. Ну, надо же чем-то какие-то силовухи какие-то выполнять. Не зря же я тельняшку нарядила. Короче, так, девочки, я планирую вот от этой стенки поставить вот к этой стенке. Начинаем двигать диван. Поздороваться ты с девочками, не знаю. Привет, девочки, сейчас будем на вот тихонечко двигать. Вот так вот весело, что-то тихонечко, весело и задорно. Не повредить, чтобы у нас поверхность, мы поэтому делаем тихонечко. Вы, главное, зацените, как у меня ловко это получается. Нет. Я сказал, я пойду двигать. Ну вот, мы его аккуратненько и поднимаем. Этот диван, кстати, он... Сколько там? У нас кошка пришла. Там. Она боится. Тут пылесосили сейчас. Она боится пылесоса. Ирис, котик оттуда. Тут, ладно, все. Потом это все соберем. Ладно. Короче. Вот тут у нее как раз ее штучки. Ириска, на. Что, все штучки под диваном? Вот все свои палочки она засовывает под диван. Ну там ты не давай, брось ей вот сюда. На этот. Вон она. Да, пошла она прям. Заторопилась. Она или под холодильник закатывает, или под диван. Ну, зараза почему? Такая. Так, ставь ровно посерединке. Да, сейчас у меня аккуратненько. Или скудика оттуда. Она тоже помогает. Ходит в окно. Короче, не знаю, вот эта стенка. Что будет? Сейчас я хочу еще покрывалку другую. Не покрывалка, а вот, ну сейчас покажу, ладно, сейчас поставим, как это будет здесь смотреться. Ну, смотреться-то будет так же, вот эта стена пустая получается, да. Но я так грешным делом думаю, не покрасить ли ее. Ну, это уже слишком. Хорошо, зато, смотри, какая большая, вон там сверху чуть-чуть подклеить. Хорошо, зато краской как разошелся, как мазанул. Да. Тоже неплохо. Ну да, что? Вот кошечка у нас. Как раз тут что-то. Ириска, что там нашла? Ямнюшка. Так. Ну вот и все. Ну и все, что ли? Да. Готово. Как говорится. Сдирай ее, все равно сдирать придется. Да? Ну, да, можно это... видеть неприглядного дела. А что неприглядного, уже все видели 100 раз. Да. Чушь. Давай, горькую правду жизни. Ну, да. Вот. Диван вот такой. Все хорошо, но диван вот такой. Нет, он на самом деле раскладывается. Да. Просто вот эта вот поюзанная старомодная обивка. Уже старенькая. И там, по-моему, одну ламель надо поменять. Да, он даже раскладывается, такой большой получается. Он, знаете, как... Это уже стирать, эту стирку. Да брось на пол просто. Такой, их же вот определенное время вся страна она покупала такую. Ну да, такая. Красота вот эта, дорого-богато раньше да, была. Да, да, считалось вот это вот красивое, как синеватый, сероватый фон. Но туда не придешь, по дерево, да, и все там. У всех такие были, да. Ну да. Ладно, черт, Ириска, Ириска. Ириска уже под диван залезла. Она не понимает.
Так, ну что, этот угол у нас получается пустой. Ладно, сюда что-нибудь придумаем. Здесь заполнили. Но вообще изначально он, по-моему, здесь стоял. Изначально, да, он я не помню даже. Бегает, прячется под диваном. Что куда? Уже играет. Что-то туда убежал. Кстати, Ириска почему-то никогда не сидит на диване. Ей не нравится. Прям вот на этом, да, вот она везде, по креслу, по кровати, окна везде лазит. А именно по дивану? Да, да. Истеричка. А именно по дивану, вот она никогда не залазит на него. Ну, она на ну, может, случайно только прыгнет, но так, чтобы спать на нем. Не любит она его. Вообще, да, не знаю, что ей так диван не нравится. Наверное, запах какой-нибудь. Нет, ну вот халат, если мой, вот лежал тут недавно, она на него на халат залезла. Ну, именно на халат. Я считаю, что это какие-то запахи тут, которые не нравятся ей. Абсолютно. А я предлагал его почистить химчисткой. Нет, его надо выкинуть. Но сначала его надо почистить химчисткой, а потом выкинуть. На помойку, да. Он неудобно на нем сидеть еще, этот, на нем садишься? Был такой. И проваливаешься. Советский фильм, это старый детектив. Там один мужчина, его играл Юматов, мастер такой на все руки. Он всегда говорил, надо покрасить эту вещь. Вот он говорит, надо ее покрасить, а потом выкинуть. Ну. Вот это потом это вошло это, по всему Советскому Союзу. Так. В общем, его надо почистить и выкинуть. Ну да, он, вот. Он вот именно я на нем не сижу из-за того, что на него сядешь вот и проваливаешься туда. Ну да, то есть такой... внутри какой-то, он такой сверхмягкий. Если садиться, допустим, что-то там, носки, вот я... Ноги выше колен получается. Да, ноги выше колен, сюда провалился, ноги вот, что-то знает как. Ой, ноги выше колен, колени выше ушей, вот так. Да, да. Короче, неудобно он какой-то. Ну он мягкий, конечно, мягкий. Напишите, у кого такой вот диван есть красивый. До сих кто пор. Еще пользуется, еще не выкинул его, еще не почистил химчистки и не выкинул. Слушай, ну химчистка, правда, будет стоить дороже, чем диван. Да, конечно. Ладно, подумаем, что с ним делать. Пока я хочу его сейчас застелить другой штукой. Короче, хочу попробовать закрыть, знаете, чем? Вот это бельишко покупала. Вот оно просто нехорошо, да? А все остальное не получается, потому что большое. Ну, одеяло-то маленькие. И поэтому получается, что пододеяльник один слишком огромный. Я думаю, то ли просто сюда постелят. Потому что Вася периодически спит. Я прихожу сюда. Перекладывается сразу после работы. Да, я прихожу с работы и на него это. Ну, как говорится, это. Подожди. Ты знаешь, что сделал? Маленечко ложишься. Так, подожди-ка. Ну, положи это туда, на эту сушилку. Так, это на сушилку, это под одеяльник. Я думал сюда подушки купить. Так, где он вниз, где я бриков вот здесь. С той стороны, сейчас посмотрим, как хватит. Ну, в принципе, это хватит. Что за это? Вот пододеяльник, вообще у этого постельного пододеяльник огромный. Не сильно на себя не дергай. Угу. Пододеяльник. Может, много, наверное, сюда уже. Огромный. Да, много туда еще. Поменьше, да? Там? Да. Ну вот. Сразу другой фон такой появился. Ну вот здесь вот никак. Ну. А на себя еще маленько здесь есть у нас? Натяни. Да, да. Можно, можно, еще можно. Давай. Может, знаешь, как, может, сюда наволочки, я еще на подушки хотела. А ну можно сюда, как эти, такие ставочки такие сделать. Давай наволочки. Вам еще делали красивый спад. Ну, одну тебе. Это не наволочки, это просто. А, вот наволочки. Да. О, и риски забегал. Так. Наволочки в этом постели 70 на 70. Слушай. Вот так, да? Ну, сюда. Да, и как нас заправить. Вот я заправил.
А получается вот сюда, да, как бы фон сюда заправить, да? Вот так. Я черт знаю, может сверху положить или что? Нет, тогда надо вот этот угол красивее сделать, его вот так смотри. Вот так. А, сюда завести, да. Чтобы он не полом был там, да? Да, да. Ну, что-то тут, конечно, да. Так, это что хуже, а? Подожди, а я как-то подумал. Ага, вот так. И вот так. Получается, сюда мы заводим, и вот сюда вниз. Да. Ну вот, да. Все. Так, ну приятно получается. Ну, маленький перегиб у нас. Перегиб-то дерни. Надо вывести сюда. Что там, как смотрится, ты не вижу даже? Я тоже не вижу. Ну вот, вроде так это. Аккуратненько, ну, О. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас поближе покажу. Ну, короче, получилось вот так. Как будто новый купил. Ну так, да. Пригодилось. Более опрятно. Просто еще хоть не зря тратилось. Ну. Так, этот плед сейчас в стирку. Ну, не знаю, что даже. Он, правда, серенький. Зато мне нравятся вот эти огурцы. А здесь какие-то татарские эти напевы. Это узоры. Не татарские. А это... кто-то сейчас посрачельный там получит. У меня будет шторки игры и риская. Это же это, индийские, это индийские. Вот, девочки, правда же, это же из Индии. Лотос, по-моему, это. У них расцветает, как это называется. О. Не знаю, у кого там что-то расцветает. У кого-то сейчас его жопа красным цветом расцветет. А кошка там, ну, уже ирисская. Все, да. Как говно, а. Нашла какую-то. Вот ее кошку. Почему не интерес... колпачок, так она его же туда и затырила. Вон она, носит. Сранка такая мелкая. У нее своя жизнь. Ну. Полным ходом. Ну, здесь надо, ну где еще? Охота началась. И резко. Сейчас она его помягче сделает. Вот почему ты его не делала помягче, когда он лежал на диване? Вот ей не надо было. Смотрите, почему ей так... Может, на нем кто-то умер? Да что, почему вдруг у тебя такие сразу? А что на него кошка не лезет? Кто-то умер. Это странная психология. Не, ну... Ладно бы сказал, кто-то родился. Нет, надо сказать. Не, он родился, это хороший, кто-то умер. А что он у него... Тебе сквозняк, дверь туда-сюда шарак. Ну, может быть, диван-то старый. Может, и кто-то умер. Бабушка какая-нибудь. Ириска, ты почему на диван-то не лезешь? Нет, вот смотри, даже просто стелили, она не лезет. Да. На кровати, когда стелил, она всегда постоянно в этот мешается мне. Под простынь залезает. На кровати она вообще... А тут вообще не дает ничего постелить, а тут даже не реагирует. Какое-то странное у нее отношение какие-то с диваном. Рисочник. Не любит она. Прям вообще загадочная. Я говорю, это запах, скорее всего. Загадочная, да. Какая. Запах. Чем от него ничем не пахнет? Ну нет, он, девочки, на самом деле не пахнет абсолютно никак. Ни запах. Ни саньем, ничем. Не писались на него, да, не это самое. Он нормальный, мы так смотрели. Даже он не пропотевший, как бывают же старые диваны. Он просто просиженный велюр вот этот сверху. Да. Но и то даже не до дыр. На нем, видать, эти лежали накидки всякие всевозможные, тоже красивые. И он вот такие же. Да. Он не заносился, он не, это, не такой, не заюзанный. Не заюзанный, он просто старенький, да. Видно, что его накрывали чем. Видать, берегли когда-то, считалось это дорогой мебель. И застилали, берегли. А вот кошка на него не ложится. Ну, вообще, смотри, вообще вот тут вот хоть бы хрен, да, вообще никак не отреагировал. Да. Странное какое-то. Ну ладно, так-то он красивенький получился у нас. Не, на нем спать, я думаю, что поприятнее, чем на покрывале. Нет, этим пледом можно закрываться зато. Ну да. Если что, ложишься, пледом можно закрываться.
Ну его и стирать надо, смотри, он уже серый, так лежит, не видно. Конечно. А так вот сняли, видно прям, что серый уже. Ладно, сейчас постираю, высохнет это быстро. Короче, вот так вот весело и задорно. Вот мы на диванчике, да. Мне кажется, он здесь даже лучше, когда стоит. Туда вот свет не доходит, на той стеночке было, а здесь прям вот хорошо. А что ты здесь читаешь? Ну не то, что читаешь, как-то приятнее. А когда ложишься, там солнце, допустим, в глаза бьет прям туда. Здесь не зря он, наверное, стоял, этот диванчик. Это его исконное место. Ну там пустая, да, стенка получается. Ну ту пустую стенку чем-то надо, да, закрывать. Тут, наверное, какой-нибудь телевизор стоял. Нет, телевизор вот здесь стоял. А, ну, здесь же был этот столик. Да, 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 наверное. Почему он вон там в углу стоял? Помнишь, столик-то вот здесь был? Ну да, столик в углу самого окна был, да. На нем телевизор стоял старенький такой вот. Ну, в принципе-то тут, мне вот кажется, сюда на стенку телевизор хорошо повесить какой-нибудь. Это, ну, смотрится. Или горку покупать и на нее ставить телевизор. Вот он как бы вписывается в это. Дизайнер? Нет, ну интерьеров просто. Просто тут вот такое свободное пространство такое большое, что-нибудь сюда просится. Или столик какой-то. Рояль. Ну, рояль можно, да. Ну, рояль в нашу квартиру все равно. Хотя раньше в таких домах и пианино стояло. Ну, пианино, они, блин, во многих стояли. Ладно. Да, все у нас вроде получилось. Надо пылюку протирать. Ладно, пока так пусть полежит. Посмотрим, будет сползать, не будет сползать. Ну, сюда еще подушки, ну, которые есть. Они же большие, 70 на 70. Надо сюда поменьше, наверное, какие-нибудь. Да. Купить. Маленькие подушечки надо, потому что места вообще не останется. Но все равно светлее стало. Вот хоть покрывало белое, да? Считай, с этим, с, ну, вот, вот где оно там? Белая. Ну, вон она отобавляется. Да. Вот. На стенку. Но это все равно вот это посильно как-то светлее стало. Или потому что лампа в лицо светит. Нет, это с окошка свет попадает на нас. И лучше мы смотримся. При таком-то освещении. Да, да. А если еще свет притушить, так вообще будем красавцы. Ну ладно, все. Пойдем пылюку вытирать. Пока, девчат. Плед стирать. Не забывайте нас. Да? Как ты называешь? Приезжайте в гости. Не забывайте. Да, пишите, да. Письмо мелким почерком. Да. Приезжайте в гости. Да, да, да. Пойдем на речку шашлык кушать. А что? Какие-то у тебя странные фантазии. Да. Ладно, ладно, все. Девчонки, пока-пока. Пока. Не забывайте подписываться, пишите вам, как новый дизайн. До свидания. Новый дизайн. Диван. Да нормально, мне кажется, смотрится, да? Нет, хорошо, красиво. И цветочки такие, ну не цветочки. Ну уж чем можем, малыми средствами. Не об этом, что правда. А то бы... Вот я начинаю что-нибудь там покупать, вы начинаете ругаться, что я много вкладываю в чужую квартиру. Ну так-то правильно? Не, ну мы этот, накидки-то с собой заберем, если что, не проблема. Диван такой никому не нужен. Ну да, накидки-то да, заберем. Ничего, ничего, да. Все. Всем пока-пока. Пока-пока. Увидимся.